Небольшая 30-секундная реклама. К вашему вниманию представляю увлекательный Майнкрафт-проект под названием Geekcraft. Это прикольный сервер с модами, уникальными возможностями и прекрасной администрацией, где ты сможешь хорошо провести время и найти много разных друзей. На сервере есть классный плагин Industrial. Также есть помимо этого еще классный плагин под названием Dimensional Doors, благодаря которому ты сможешь заглянуть в собственные карманы. Также ведется набор в хелперы. Я часто там играю, ссылка есть в описании, залетай. Всем привет, ребята, Кент на проводе. Вы часто мне пишете, мол, Кент, ПК, ты плохо относишься к Анетке. Так вот, ребята, это неправда. У нас в отношениях гармония и все хорошо. Так, Анетка, давай сваливай, я видео снимаю. И сегодня, ребята, ваш Кент ПК вам расскажет, как же можно получить совершенно бесплатно, ну, точнее, как я получил совершенно бесплатно, керамбит. Прямо сейчас я вас познакомлю с моей малышкой. Это керамбит Revenge. Вы только посмотрите на этот классный скин. Но, ребята, этот керамбит может быть не только у меня, но также и у вас. И чтобы ее получить, вам, ребят, надо поставить лайк и подписаться на мой канал. И тогда в следующем открытии кейсов вам обязательно повезет. Но, пацаны, лайк и подписка — это не шутки. То есть, все серьезно. Ставьте лайк, подписку, и все будет у вас зашибись. Как же этот керамбит получил ваш Кент АПК? Дело было так. Я, ребят, как обычно, собирался к родителям в гости, и тут мне Анетка говорит: «Кент ПК, а можно постримить с твоего аккаунта?» Ну, я, ребята, конечно же, как добрый человек, говорю: «Конечно можно, Анетка, можешь стримить». Она говорит: «А я хочу кейсы подкрывать». Я говорю: «Ну, тогда тебе придется задонатить». Я задонатила, представляете, я задонатила на аккаунт Кент ПК. И что вы думаете? Что вы думаете? Анетка задонатила, и ей, ребята, буквально со второго кейса выпал керамбит. Анетка не смотрит. Скажите, что у меня там выпало? Что у меня выпало? Подождите! Блин! То, что я в шоке, это ничего не сказать. То есть я вообще, ребят, ничего не потерял, потому что Анетка задонатила со своих денег, и мне, ребят, на халяву достался этот крутой скин на керамбит. Я просто в шоке. То есть, как по мне, ребята, возможно, история покажется банальной, но для меня это был просто шок. Я керамбит не мог выбить на протяжении одного года. И тут только я дал аккаунт Анетке, Анетка буквально со второго кейса выбивает керамбит. Я, ребята, просто в шоке. Ну вот почему мне керамбит не падает, а вот Анетке взял и выпал? Это несправедливо, я считаю. Но то, что у меня керамбит, это, ребята, хорошо. Ну а мораль сей басни такова. Если у вас есть девушка или друг, которые могут задонатить на ваш аккаунт, то, возможно, есть смысл дать им поиграть на вашем аккаунте. Потому что, ребята, все это может обернуться к вам точно так же, как ко мне. А именно бесплатным керамбитом. Кому, ребят, понравилась данная история, то, пожалуйста, поставьте лайк. Если она вам не понравилась, то, ребят, то хотя бы поставьте лайк за мои старания насчет монтажа. Пожалуйста, ребят, прошу вас сильно, поставьте лайк, и все будет зашибись в вашей жизни. А если вы еще и подпишетесь на мой канал, пацаны, то завтра под подушкой найдете новый керамбит. Вот так вот. Все, ребят, всех люблю, всем удачи и всем пока.